Дорогие друзья, вы только посмотрите, как преображается наша столица. Многие жители жаловались на то, что на левом берегу очень мало деревьев, мало тенечка. Так вот, этим летом по аллее Улытау было высажено около пару сотен деревьев, а дома в столице растут вместе с деревьями. Здесь уже и ЖК будет какой-то сдаваться скоро. В самом начале по центру этой аллеи установлен монумент благодарности казахскому народу. Это он является подарком Карагандинской области, который был установлен на 20-летие независимости Казахстана. И вдоль аллеи Улытау есть также несколько исторических композиций. Вообще Улытау – это священная земля в центре Казахстана, где когда-то располагалась резиденция старшего сына Чингисхана. И вы только представьте, как здесь будет прекрасно через несколько лет, как деревья подрастут. Ну вот, а мы потом удивляемся, почему у нас здесь поломано, там газон не растет, а это пока еще композиция краснокнижных сайгаков.